Торжества, приуроченные к 76-й годовщине Великой Победы 9 мая, охватили всю Тверскую область. В Ржевском районе при участии губернатора Игоря Рудени прошла церемония возложения цветов к мемориалу советскому солдату. А на главной площади муниципалитета состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. Подробности в материале нашей съемочной группы. Праздничные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ржевском районе начались у подножия мемориала советскому солдату. Здесь память защитников Отечества почтили губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Сергей Веремеенко, Светлана Максимова и Михаил Терентьев. Собравшиеся возложили цветы грандиозному памятнику. После этого торжества начались на площади Победы в Ржеве. Состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. В парадном строю прошли военнослужащие 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Покрышкина, курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, учащиеся юнармейского отряда кадетского класса школы номер 7 города Ржева, а также юнармейцы из школ номер 5, 10 и 12. Перед собравшимися выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона напомнил о том подвиге, который совершил народ нашей страны в страшные годы Великой Отечественной войны, а также о том, какую роль сыграла в разгроме врага Калининская земля. 76 лет назад советские воины поставили победную точку в самой разрушительной войне в истории человечества. Мы никогда не забудем о том, что путь на Берлин был открыт благодаря героизму бойцов Красной Армии, участвующих в Ржевской битве. Для воевавших под Ржевом советских солдат здесь проходил рубеж, за которым были Москва и вся наша великая страна. Участники мероприятия почтили минуты молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, возложили цветы к стеле «Ржев. Город воинской славы» и обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.